ветераны. И в этот день... Чисто, аккуратно. Вот мы и с теми, кто проживает здесь, беседовали, но им нравится, это очень важно. У нас в стране несколько вот таких, достаточно таких домов ветеранов. В течение этого года планируется 4 раза увеличение пенсии. 2 раза мы уже увеличивали. Для пожилых граждан это и для инвалидов это 66 учреждений, в которых проживает порядка 16 тысяч человек. Материально-техническая база полностью берет на себя государство, укрепление материально-технической базы. Только на 2012 год запланировано на развитие материально-технической базы, я имею в виду только строительные работы, это порядка 160 миллиардов.